Здравствуйте! В эфире очередной выпуск еженедельного информационно-спортивного телепроекта «Время спорта». Оставайтесь с нами, и мы расскажем вам о всех важнейших событиях, которые произошли в спортивной жизни Мордовии на минувшей неделе. Три раза в неделю специальные автомобили социального такси привозят Галину Учаеву в спортивный клуб «Вымпел». Чтобы быть конкурентоспособной на всероссийских и тем более международных соревнованиях, трехразовый режим тренировок – условие необходимое. Галина уже не новичок. В ноябре прошлого года ей удалось завоевать бронзовую награду на чемпионате мира по армрестлингу среди инвалидов. Спустя полгода – новый успех – серебро и бронза на чемпионате Европы. Ой, я хотела первое место. Конечно, первое место. Тренер мне сказал, Сергей Валентинович, говорит, не приезжай без первого места. Ну ладно уж, если что, приезжай, тогда хоть со вторым. Но я его и привезла. В Польшу, где проходил чемпионат Европы, Галина смогла поехать благодаря личному участию мэра Саранска Петра Тултаева и частным спонсорам, которых саранской спортсменке в первую очередь не хотелось подвести. А потому и настрой был только на победу. Главными конкурентками представительницы региона 13 стала соперница из Турции, а также соотечественница. Татьяна Киликова. Еще одна уроженка Саранска, переехавшая на постоянное место жительства в Подмосковье, не раз уже побеждала на таких турнирах, в том числе выигрывала и у Галины Учаевой. Но на этот раз победа далась фавориту с большим трудом. В финале на правой руке Галине даже удалось выиграть одну из двух схваток, но судьи назначили еще один решающий поединок, на который силу саранской спортсменки уже не хватило. Итог: серебро в борьбе на правой руке и бронза в борьбе на левой. Вы знаете, вот когда я ей сдалась в финале, в последнем финале сдалась, у меня было такое чувство, что плакать хотелось. Даже до сих пор осталось такое чувство. Вот. Ну, я поняла, что золото, оно не сразу получается. Все равно сначала должно быть серебро. Ну, как бы вот сейчас с серебром я приехала, но у меня вот... Все доработки я доработаю. Самое главное, что я поняла руку соперника. И теперь я думаю, что я обязательно отработаю все вот эти нюансы, которые были сделаны мною неправильно. И я думаю, что в следующий раз я привезу золото. К инвалидной коляске волею судьбы Галина Учаева прикована уже 10 лет. 4 из них она занимается спортом. Помимо армрестлинга, вчерашняя домохозяйка уже успела добиться высоких результатов в жиме штанги лежа. Пример Галины еще раз доказывает, что упорство и сила воли способны творить настоящие чудеса. Вслед за Учаевой в зал к ее тренеру Сергею Прокофьеву потянулись и другие. И уже совсем скоро специально для них в клубе «Вымпел» будет открыт первый в нашей республике специализированный тренажерный зал для инвалидов. Я рад за серебро и за бронзу. И хочу сказать, что вот то, что я начал в этом зале не только заниматься инвалидами, но у меня мечта была выйти на мировой уровень, мы вышли, и за ней уже потянулись другие спортсмены. Вот именно для них Петр Николаевич Тултаев выделил помещение, вот вы сейчас видите, наверное, сзади меня потихонечку делается ремонт, может быть, не с такими большими темпами, но я надеюсь, к 1 сентября я открою, будет здесь очень красиво. Куплю тренажеры для инвалидов, в том числе велосипед у нас уже скоро подойдет, который очень нужен для них. Так что приглашаю всех инвалидов не просто вот прийти позаниматься, но и попробовать подготовиться к соревнованиям. Ой, я думаю, что это самое прекрасное для нас помещение будет, которое будет доступно. И тем более Сергей Валентинович обещал нам купить кое-какие тренажеры для инвалидов, личные для инвалидов, которые мы очень в них нуждаемся. И мы будем очень рады. Определились самые спортивные общеобразовательные учреждения Саранска. Ими стали школа номер 27, которая победила в группе с наполняемостью детей с 7 по 11 класса свыше 250 человек, и школа номер 28, в которой в 5 параллелях обучаются менее 250 школьников. Итоги ежегодной спартакиады подводили в здании городского управления образования. В течение всего учебного года школьники выявляли сильнейших в 12 видах спорта. Завершилась программа традиционным легкоатлетическим пробегом, посвященным Дню Победы. Спорт – это занятие такое, когда вы заполняете все то свое время, которое могло бы предоставлено быть какому-то другому делу, не совсем полезному для вас, так ведь? А здесь вы мало того, что укрепляете свое здоровье,
Вы занимаете себя, вы радуете своих родителей, вы еще и растете. Растете морально, растете духовно. Результаты, показанные школой в городской спартакиаде, являются своеобразным катализатором спортивной работы учебного заведения. В этом году в ней приняли участие абсолютно все общеобразовательные учреждения Саранска, в том числе малокомплектные. Проводя эту спартакиаду, в то же время мы имеем возможность отслеживать ту спортивную работу, которая проводится в наших образовательных организациях. В отдельных муниципальных районах лучшие результаты в спартакиаде показали ученики 24-й школы в Ленинском, представители 32-й в Октябрьском, а в Пролетарском вновь победила 27-я школа. Чемпион России 2016 года по спортивной ходьбе, представитель Чувашии Петр Трофимов, дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской Федерации легкой атлетики. Данное решение было вынесено спортивным арбитражным судом. 33-летний спортсмен был увлечен в попытке применения запрещенных субстанций на основании абнормальных показателей его биологического паспорта. Трофимов дисквалифицирован на 4 года, начиная с 3 ноября 2016. Результат россиянина с августа 2009 года по май 2013 года будут аннулированы. В легкоатлетическом манеже спортивного комплекса «Мордовия» сегодня собрались участники традиционной республиканской спартакиады инвалидов. Более 30 спортсменов из Саранска и районов Мордовии, бросивших вызов своему недугу, сегодня выявляют сильнейших в легкоатлетическом многоборье. Это один из последних видов спартакиады, проводящийся при поддержке спортивно-адаптивной школы имени Евгения Швецова. Впереди только состязания по шашкам и шахматам. В многоборье включены такие виды, в которых смогут проявить себя инвалиды любой категории – бег на 60 метров, прыжки в длину и толкание ядра. Стараются, по крайней мере, делать адаптивные школы почаще, такие соревнования, и уже на фоне тренировки. То есть тренировки постоянно 3 раза в неделю проходят вот в спорткомплексе, Мордовия и на стадионе «Старт» в летнее время. Традиционная спартакиада инвалидов проводится в республике уже несколько десятков лет. В этом году она стала юбилейной 30-й по счету. И сегодня в числе участников легкоатлетических состязаний наряду с новичками есть те, кто несколько десятилетий назад начинал у Мордовии спортивное движение атлетов с ограниченными физическими возможностями. Метатели Мордовской комплексной спортивной школы Олимпийского резерва завоевали 4 награды в первый день чемпионата и первенства ПФО по легкой атлетике. Марина Феоктистова завоевала золотую награду среди молодежи в метании молота. Победу ей принес бросок на 49 метров 39 сантиметров. В этой же дисциплине, но среди юниоров, лучшим стал Никита Семин. Иван Дроздов стал 3-м среди молодежи. Еще одну золотую медаль сборной Мордовии принесла Юлия Сидорова. Она победила в метании молота среди девушек и успешно отобралась на финал спартакиады учащихся России этого года. Провести 3 недели на побережье Черного моря во время бархатного сезона с пользой для здоровья, пообщаться с нашими прославленными олимпийскими чемпионами, при этом все расходы берет на себя принимающая сторона. Это не рекламный ход туристического агентства, а реальная возможность. Всероссийские президентские состязания среди школьников были организованы в 2010 году после неудачного выступления наших спортсменов на зимней олимпиаде в Ванкувере с целью популяризации и приобщения детей к занятиям спортом. Во-первых, стимул для детей – это попасть на финал, первое. Это потом познакомиться и участвовать с такими же детьми, как и они, со всей России. 84 команды, 21 день в Орленке, в оздоровительном лагере, на Черном море. Всегда спрашивают, какой стимул? Да вот он и есть стимул, когда вот наши лучшие из лучших поедут туда и покажут те результаты, которыми везут их и готовят их к общеобразовательной школе. На первых двух этапах, внутришкольном и муниципальном, в состязаниях принимают участие все параллели классов. Какой возраст станет участником финальных игр и поедет в Анапу, определяется жребием незадолго до старта регионального турнира. В этом году повезло учащимся 7-х классов. Они же участвовали в состязаниях в прошлом году, будучи 6-классниками. Особенность состязания состоит в том, что команда формируется на базе 1 класса. Для городских школ состав сборной 16 человек, по 8 юношей и девушек. Для сельских в 2 раза меньше. В Мордовии финальные соревнования вновь прошли на спортивных площадках школы номер 24. 1 июня – Международный день защиты детей. Как отпраздновать эту дату в одном из самых спортивных регионов России? Конечно же, соревнованиями. И президентские игры подходят как нельзя лучше.
здесь показана работа учителя физической культуры. Если у нас другие по видам спорта, там в основном решает тренер, учитель как помощник идет. А здесь видна работа учителя физической культуры, потому что это школьная программа. И выбрано так, что выступает один класс. Лучшие в президентских состязаниях определяются по результатам 4 видов программы. Творческие и теоретические конкурсы, спортивная эстафета и основной вид легкоатлетическое тестирование. В многоборье входят такие дисциплины, как бег на короткие и длинные дистанции, силовые и гимнастические упражнения, а также прыжки. В прошлом году победителями аналогичных соревнований среди сельских учреждений стали учащиеся из Большеберезняковской школы. Они вошли в число лучших и на всероссийских стартах в Анапе. Сейчас они вновь в числе фаворитов. Там же как лагерная система была, и мы ходили на Черное море, ездили экскурсию, нам проводили, потом всякие квесты были, игры. Интересно было. В итоге в начале сентября в Анапу отправятся те же, кто был там год назад. Среди сельских школ победителями стали учащиеся из Больших Березняков, а у городских – из Еваса. Лидер мордовской сборной по легкой атлетике бегунья Ирина Белова накануне завоевала 2 серебряные медали чемпионата Приволжского федерального округа. Спортсменка выступала на 2 дистанциях – 100 и 200 метров. На 100-метровке Ирина финишировала с результатом 11,8 секунды, уступив представительнице Пензенской области Кристине Хорошевой. На 200-метровке Ирина Белова также стала второй вслед за Хорошевой, показав результат 24,2 секунды. Этот результат стал новым рекордом Мордовии среди женщин на дистанции 200 метров. В соревнованиях среди юниорок 2 медали в копилку мордовской сборной принесла Юлия Ступина. Она была второй на 200-метровке, а на дистанции вдвое длиннее завоевала бронзу. Юлия Исаева стала победительницей соревнований по прыжкам в длину среди молодежи. Еще одну медаль молодежного зачета завоевал Вадим Морозкин на 400-метровке. Во Дворце водных видов спорта накануне стартовало первенство спортивного центра «Старт» по прыжкам в воду. Эти соревнования призваны показать все то, чему воспитанники секции научились за год. В роли беспристрастных судей – тренеры ребят, а их родители – первые и самые преданные болельщики, заполнившие трибуны прыжкового бассейна. Сложность элементов она никак не влияет на оценку. Допустим, сложный прыжок можно тоже прыгнуть и не очень хорошо, и получить маленькую оценку. Простой прыжок мы можем прыгнуть чистенько и получить очень хорошую высокую оценку. В первый день соревнований спортсмены соревнуются в прыжках с вышки. Для самых младших определена 3-метровая высота, а ребята постарше показывают свое мастерство в прыжках с вышек 5, 7 и 10 метров. Таких бесстрашных любителей высоты набралось около 20 человек. В отличие от прогибающегося метрового трамплина, вышка – это твердая платформа, и ребята прыгают с жесткой опоры. Ласточка, щука, солдатик – все эти знакомые каждому из нас слова в терминологии прыгунов с вышки обретают новое значение. Самое важное – это щука, потому что там, ну, там сложнее. А что такое щука? Щука – это, ну, прыжок вперед со складкой. Главное – натянуться, чтобы хорошо прыгнуть. А какие ты уже элементы умеешь исполнять? Могу, ну, все козлы, солдатик вперед, там, солдатик назад и сальто вперед на метре. Никита Раксин стал победителем соревнований в младшей возрастной группе, получив самые высокие оценки в прыжках с 3-метровой вышки. У девочек лучшей была Юлия Емельянова. Старшие спортсмены, за плечами которых уже несколько лет занятий, определяли сильнейших многоборье. Лучшую сумму оценок по итогам прыжков с 5-70-метровой вышки получили Тимофей Казаков и Елизавета Марьянкина. Впрочем, вряд ли кто-то из спортсменов, не завоевавших медалей, ушел из бассейна разочарованным. Ведь прыжки в воду дают каждому из них возможность испытать особые ощущения, ради которых ребята готовы вновь и вновь подниматься на вышку. Когда ты уходишь в воду, то чувствуется, что ты не в воде, а летаешь. Работники мордовской прокуратуры второй год подряд становятся победителями традиционной республиканской спартакиады общества «Динамо» в соревнованиях по мини-футболу. В финальном поединке будущим чемпионам вновь противостояла сборная Министерства внутренних дел. Как и подобает главному матчу турнира, встреча прошла в упорной и бескомпромиссной борьбе.
первом тайме футболисты прокуратуры смогли дважды пробить капитана МВД Дмитрия Цыпцина. Сразу после перерыва полицейские один мяч отыграли. Счет 2-1 держался до самых последних минут. В концовке игроки сборной МВД имели несколько хороших шансов отыграться, но их не использовали. А когда времени осталось совсем мало, вперед пошел вратарь команды Дмитрий Цыпцин. Страж ворот дважды пытал счастье дальними ударами, но голкипер прокуроров Денис Арюков доказал, что не зря получил приз как самый надежный голкипер в соревновании. Единственный, кто наводил ужас на вратарей соперника, это лучший бомбардир турнира с 23 мячами Федор Вахонин. Но он играл в команде УМВД, которая уже проиграла свой матч в борьбе за бронзу. Благодаря команде, опять же, с помощью своих напарников по команде, которые выдают передачи, без их и помощи я бы этого не добился. Своего голеадора в этой игре у команды МВД не нашлось. Финальный свисток зафиксировал счет 2-1 в пользу прокуроров, которые впервые выиграли турнир на глазах у своего нового руководителя Александра Филимонова. Мы все немного спортсмены, вы знаете, болельщики, они больше специалисты в футболе, чем те футболисты, которые выходят, да? Со стороны мы все самые главные, самые лучшие, лучше всех понимаем. Но ребятам было виднее, и было видно, что действительно команда, она не просто сыгранная, она является единым костяком. И даже те маленькие минуты, вот перерывы, которые у них бывали, не просто отсиживались на лавочке, как команда соперника. Они действительно что-то там планировали, комбинации готовили. И вы сами видели, игра была прекрасна. Молодцы, просто молодцы. В итоге сборная мордовской прокуратуры второй год подряд становится победителем турнира. Футболисты МВД вновь уступают в финале. А бронзовые награды на этот раз завоевали представители Министерства по чрезвычайным ситуациям. Утром в среду аллея, расположенная на улице Студенческой, на пару часов превратилась в трассу для легкоатлетического кросса. Эта дисциплина завершила программу традиционной спартакиады Мордовского отделения физкультурно-спортивного общества «Юность России» среди профессиональных образовательных учреждений республики. Их в Мордовии 33. 28 из них принимали участие в спартакиаде. Конкретно бег по пересеченной местности собрал представителей 18 сборных. От каждой команды в состязаниях могли принять участие 10 спортсменов. Но в зачет шли только 8 лучших результатов. Юноши бежали дистанцию в 1 километр, а девушки вдвое короче. По результатам легкоатлетического кросса должен был определиться победитель общего зачета спартакиады. Претендентов двое – прошлогодние чемпионы студенты факультета Давудовской подготовки МГУ и учащиеся Саранского государственного промышленно-экономического колледжа, которые были бессменными победителями спартакиады с 2008 по 2016 годы. Приходят и спортивные ребята, и мы как-то стараемся сами выявить этих детей, проводим мероприятия. Ну, как-то вот с каждым годом слабее приходят физические дети. Мало их это вот как-то спорт увлекает. Спортсмены промышленно-экономического колледжа до этого вида шли вторыми и могли претендовать на победу в том случае, если легкоатлеты с факультета довузовской подготовки окажутся за пределами первой тройки в кроссе. Однако все чемпионские амбиции соперника развеяла Людмила Иванова. Студентка факультета несколько дней назад стала пятой на всероссийских соревнованиях среди СУЗов, но только на дистанции вдвое длиннее. 500-метровка является коронной дисциплиной для бегуньи. В состязаниях девушек Иванова показала лучшее время и фактически принесла победу своему учреждению. Это моя дистанция. Я бегаю 400, 500, 800. То есть 500 метров – это моя самая любимая дистанция. Я ее пробежала сегодня хорошо, заняла первое место. И, надеюсь, наш факультет займет тоже первое место в общекомандном зачете. Несмотря на общую победу в легкоатлетическом кроссе, учащиеся СГПЭК в общем зачете спартакиады стали вторыми, а самым спортивным профессиональным образовательным учреждением республики второй год подряд становится факультет довузовской подготовки МГУ. На этом очередной выпуск самого полного дневника о спортивной жизни Мордовии подошел к концу. Не сомневайтесь, следующая неделя станет не менее яркой, и наши спортсмены принесут нам еще немало новостей. А на сегодня это все. С вами был Юрий Осипов. До встречи на следующей неделе. Уделяйте время для спорта. Уделяйте время спорту. Уделяйте время спорту. Уделяйте время свободу. Уделяйте время спорту. Уделяйте время спорту.
Keep time to sport.